обычая, Богу наследие страстей, наследие заповеди Твоей и Твоя, страдания воскревы, свет, гвоздия, победе, свет, уместимая душа честная. Благословение славнее Владычице нашей Богородице и Преснодеве Марии. С умилением сердец помолимся. Богородице, спаси нас. О Пресвятая Госпоже, Владычице Богородице, со страхом, верой и любовью, припадающей пред чисто иконы Твоей молимся. Не отврати лица Твоего, прибегающих к Тебе, умоли, милосердная Мати, Сына Твоего и Бога нашего, Господа Иисуса Христа, да сохранит мирную страну нашу, да утвердит Церковь свою святую, да незыблемо соблюдет ее от неверия, ересей, раскола, не имам мы по иные помощи, не имам мы иные надежды. Разве Тебе, Пречистая Дева, Ты будешь всесильная христиан, помощница и заступница, избави всех с верою Тебе молящихся от падений греховных, от навета злых человек, от всяких искушений, скорбей, бед и от напрасной смерти. Даруй нам дух сокрушения, смирение сердца, чистоту помышлений, исправление греховной жизни и оставление прегрешений. Да все благодарнее воспевающие величие Твое, сподобимся небесного царствия и тамо со всеми святыми, прославим пречестное и великолепое имя Отца и Сына и Святого Духа. Христос,
Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистая Своей Матери и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человеколюбец. Сегодня мы празднуем с вами икону Казанскую Пресвятой Богородицы. Если говорить о Божьей Матери, то она всегда являла особое усердие, особо заботилась, особо ходатайствовала перед своим сыном о земле русской и никогда не оставляла ее в тяжелые времена. И вот сегодняшний день, он нам напоминает о тех далеких событиях, происходящих с нашей Родины. В 1612 году, как всем известно, на русскую землю напали поляки. Этому поспособствовал наш русский человек, который обозвал себя уже Дмитрием и через свое русское сердце пропустил вот этих вот врагов, поляков, которые начали нападать, разорять, убивать, жечь и землю нашу, и нашу веру. Но Пресвятая Богородица не допустила этого. Не сломила дух христианский, дух православный до конца. Вера наших предков, наших дедов, прадедов, праматери, матери была настолько твердая, настолько крепкая, что они усердно взмолились Пресвятой Богородице перед иконой чудотворной, именуемой Казанская. 3 дня они постились, молились неусыпно, неустанно перед этим чудотворным образом. И вот после этого крепкого моления Пресвятая Богородица через преподобного Сергия явилась одному человеку и сказала, что не печальтесь, все будет хорошо, Русь будет спасена, вы победите в этой войне. И действительно, русский народ под предводительством Мина и Пожарского, к удивлению великому, с таким, конечно, с потерями русского народа, но, как пишется в истории, с легкостью одолели поляков, наших врагов. И в честь этого события, в честь победы русского народа над своим врагом, неприятелем, был установлен этот день, в этот день праздновать день Казанской иконы Божьей Матери. И вот русский народ испокон веков приходит в этот день в храмы, особо почитает этот праздник, причащается, исповедуется и благодарит Пресвятую Богородицу за все те великие благодеяния, которые она нам посылает бесконечно. Но хочется сказать еще и в этот день о духовной борьбе. Как бы мы ни грешили, как бы мы ни падали, Пресвятая Богородица все равно нас любит. Так как любит она своего Сына, так же она любит и нас. Потому что Господь нас никогда не оставляет. И всегда, и в трудную минуту протягивает нам свою сильную руку. И если мы будем хранить чистоту своего сердца, чистоту своей души, то никакие, наверное, враги, никакие темные силы, ни дьявол не смогут нас одолеть. Ведь всегда у нас есть с вами
заступница рода христианского. Это Пресвятая Богородица, которая через свои множественные чудотворные иконы подает нам благую помощь. Вот еще раз поздравляю вас с праздником, дорогие братья и сестры. Будем всегда любить и помнить любовь Пресвятой Богородицы к нам, грешным. И будем, когда нам будет трудно, просить ее заступничества и помощи. А она пусть всегда ограждает нашу страну, наши грады, наши сердца своим честным покровом от всякой напасти и от всякого зла. Аминь. Причастников поздравляю с принятием святых христовых животворящих тайн. Сейчас мы с вами подойдем ко кресту, приложимся и затем отправимся крестным ходом к арке с нашей чудотворной иконой Пресвятой Богородицы, где будет отслужен молебен. Братья и сестры, сейчас в конце храма девушки будут стоять, мы будем собирать пожертвования на подарки ко дню отца. Вот все желающие пожертвовать можете в конце храма в коробочку положить пожертвования. Спасибо. Причастники и причастницы, выслушайте слова благодарственных молитв по святому причащению. Да, еще хотелось бы сказать о том, что сегодня в нашем храме в 5 часов вечера состоится заупокойное богослужение, завтра у нас так называемая Дмитриевская родительская суббота. Поэтому призываю всех также не полениться, прийти сегодня, помолиться о своих высохших родных. И завтра в нашем храме состоятся две божественные литургии. Начало ранее в 7 часов утра, начало поздней божественной литургии в 9 часов утра. После первой и после второй божественной литургии будет отслужена панихида. Боже, славу Тебе, Боже! Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, я бы не отринул вести грешного, но общниками бы я делал священие, души телес наши, Господи, сим земневы, исцеление, ближе и тело, во отгнание всякого сопротивного, просвещение очи и сердца моего, вне душевных моих сил, веру не постыдну, в любовь через смерть, во исполнение премудрости, соблюдение заповедей Твоих, приложение божественное Твоя благодати и Твоего царствия присвоение, да во святыне Твоей неизреченную, Ты выеси истинное желание и неизреченное веселье любящих Тя, Христе Боже наш, и Тя поесться тварь во веки. Аминь. Владыко Христе Боже, Царю веков и Судителю всех, благодарю Тебя о всех, я же ми еси подал благих, и о причащении пречистых и животворящих Твоих таинств.
Прекращаем движение, останавливаемся. Прекращаем движение, останавливаемся. Владыко, о грехах наших и помилуй ны, милостив Бо, и человека любит Бога еси, и тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. О Пресвятей Владычице нашей Богородице, Пресне Деву Марии, с умилением сердец помолимся. О Пресвятая Госпоже Владычице Богородице, со страхом, верою и любовью припадающе,
пред честную иконою Твоею молим Тя, не отврати лица Твоего от прибегающих к Тебе. Умоли, милосердная Мать и Сына Твоего и Бога. И посетив своих близких, своих родственников, потому что жизнь такая суета бесконечная, что порой в одной семье толком друг друга люди уже не замечают. И на самом деле виноваты мы в этом сами. Никто нам не мешает выкроить каких-то час, полчаса, чтобы посетить бабушку свою, родителей своих или родных своих, брата и сестру, и уж тем более полноценно уделить время своей собственной супруге, своим собственным родным детям. Я думаю, что после усердной молитвы сегодняшней за божественной литургии, нашего общего молебна, который мы здесь по традиции у арки совершили, Пресвятая Богородица откликнется на наши просьбы, на наши моления сегодняшние и снова явит свою милость, свою любовь и свое чудо уже в нашей с вами современной жизни. С праздником вас, дорогие братья и сестры! Сейчас давайте все, как обычно, под иконой пройдем, и потом уже с миром можно расходиться по домам. Но не забываем, что завтра у нас Дмитриевская родительская суббота поминущая. Это исключительно суббота поминущая русская. Кто сегодня причащался, завтра тоже, кто планирует, пожалуйста, готовьтесь. В день поминовения усопших мы знаем, что мы должны постараться искренне покаяться и причаститься ради вот этого истинного, настоящего христианского поминовения наших усопших сродников. Помощи Божьей! Дорогие братья и сестры, у нас сейчас проводится акция вот возле арки. Можете пожертвовать на поздравление ко Дню Отца. Спасибо. Толпитесь, пожалуйста. Заранее кричите. Ты можешь увидеть, да? Да я мимо, где?
Давайте.